Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, ну а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Выйти в мечей хотя бы, но у меня даже пока не капает... Железо пока даже не капает. Хотя бы, может, лучников открыть. Не знаю. Ну, Китай уже в античности где-то. Блин, давайте лошадей обработаем. Вот это вот... Мы дружим, канадец? Почему бы нет? Если ты не будешь сюда вести города, вот вблизи Гонконга. Если ты не будешь выше Гонконга поднимать города. Тут я в очередь поставил, да? Я вот до гора. Вот там справа от Гонконга идет горная гряда. Я открыл стены. Выше Йеллоустоуна я не буду ставить. А на реке возле него вообще будешь ставить? Просто я там место приметил себе. Ну, может, поделим там как-то. Так, давайте мы с греком об открытых границах договоримся. Я на реке, может, и не поставлю, я, может, под акведук его поставлю. Мне надо как-то так пройти. Туда я на реке ставлю, с моей стороны реки. Сейчас. Блин, надо юниты реально строить. Сейчас будет вырубать... Не, надо тут поселенцы. Все-таки в Стамбуле. Куда? Ну что это за лаги, ну? Чтобы какого хера он туда пошел? Ставишь сюда, пусть он идет в эту сторону. Поставь метку. Блин, мне надо мечника, мне надо открыть какой-то более крутой юнит. У меня очень слабая получается. Сейчас, сила. Ты прям сейчас там будешь ставить? Скоро. У городов. Мне надо мечника. Что? Так, обработку железа давайте. Так, здесь поселы. Вырубаем. И я следующим ходом пойду сюда, обработаю железо. Грек, убери... А, стоп, нет. Там нету прохода все равно. Ну вот Инвиктус взял, украл, а? Религия. Так, на всякий случай, чтобы быть уверенным. Здесь строитель. Ну, мне кажется, китаец вряд ли здесь будет на меня нападать. Он скорее пришел, просто посмотрел, нету ли юнитов. Но, тем не менее, воевать надо, я считаю. Я бы китайца, пожалуй, распилил. Другое дело, что я не готов к войне. Вообще никак. Может, пирамиды построить? У меня есть, но она одна и за мной. Прям в жопе мира самой. Короче, у нас похожая ситуация. Давайте пирамиды построим. Да, но у меня тут территория нормально. Вроде как, хоть она и беспонтовая. Но... Нормально, 12 ходов вполне. Пустыня с тундрой. Вот у меня такая же. Хотел сказать. Алексей, пожалуйста, на следующий ход разведчиком сходи вверх, ладно? Разведчиком? О, это Россия. Блин, извини, спутал. Инвиктус. Тогда к тебе такое же приложение. Либо обратно, либо вверх. Спасибо. Что-то ты вообще всех путаешь со всеми. Насчет пустыни и тундры. Тут опять... Пустыня с тундрой, одна клетка, дистанция. Блин, может, надо было в Кумасе отправить? О, я не в тему знаю, что они там засуха началась. В течение 5 ходов? То есть я в течение 5 ходов не смогу железо обработать. Блин, вырубил одно дерево только. Сделка, Канада. Ладно, я, короче, этого поселенца сюда веду.
получается. Так, мне бы поменять... Эти пансионы откроем. Надо поставить на строительство юнитов. Плюс. Варвары почему-то обошли меня, пошли... Просто бразилец, я вот чувствую, как мы с тобой братья какой-то. Это я это соло уже слышал. Нет, ну сейчас... Да в каждой игре соло. Братья на века, а потом, блин, мне нужен твой уран, например. Или... Не, уран это еще рано. Мне нужны твои лошади, такой, и все. Блин, нет. Лошади особо. Не, у меня место есть в Бразилии, так что если ты никакими авантюрами не страдаешь, то можем просто брать амин на все века просто. Не, один раз пострадал. В итоге меня двое выносили с карты. Это плохие люди были. Причем люди там без войска, без армии в начале. А все за фейлилось. Так, ну тут бы, конечно, благовоние обработать. Вообще, я надеюсь, ты не имел никаких ассоциаций. Блин. Да не. Ну и что, может он захватить моих рабочих? Так, не, ну тут надо юниты строить. Как хотите. Тут надо строить юниты. Поиграл в пятерку, сейчас двумя кликами пытаюсь. Ну, походу, с ГГшками нам вообще не завезли. И не говори. Ну, ничего, мы играемся. О. О. Да тут Пантанал. Блин. Может мне прям на железо тогда город поставить? Ой-ой-ой, бразилец, какие там территории просто справа. Я бы на железо, наверное, тогда город ставил. Блин, как мне вести тебя этого? Я стрелялся, но там варваров толпа. Там надо проплыть тебе, надо ждать маленький теперь. Проплывчик, и там можно просто сидеть. Построить Великую Империю. Так, военный лагерь строю. В Бурсе. Мне надо эту клетку какой как-то... какой размер карты? Стандартный какой, на восьмерых. Да, не похоже, не знаю, вообще никого нет, кроме канадца. О, поверь мне, вот мы тут где плотничком сидим вчетвером, очень тебе завидуем. Я так понимаю, там где-то одни ГГшки тоже плотничком, да? Не знаю, я только одну нашел. Ну, они, походу, где-то на острове. Скорее всего, у Канады, судя по... как я играл за Канаду, где у меня там сверху было куча всяких ГГшек, которые меня отделяли от нет, всех. Нет, у меня только одна ГГшка. Ну что, захватит? Вот если захватит, значит, что этот скаут без лагеря. Ну, нет. Это как я тут с немцем дружу один в один. Forever alone. Мы дружочки, пирожочки. Слушай, а что тут андетка говорит? Вот у него тут куча места. Еще и варвары. Мой тут. Друг. Я твой друг. Слушай, андетка, а что это какой-то бред? Почему-то варвары проходят мимо Бурсы, прямиком к тебе почему-то идут через этот проход. Даже не пытаются ко мне типа лезть. Уже третий варвар прется. Какой-то американец, очень... А там что, разве очень места странно. Нет? Обязательно под Yellowstone сюда. Я говорю, поставь метку, куда ты хочешь поставить город, и мы решим. Ну, я думал, сейчас. О, где это я встретил? Инвиктус, дай денег. Да нету, брат, дал бы, нету. Я нашел. Просто ниже у меня не получится. Так, надо мрамор обработать. Бразил, я нашел кентов. Нашел.
Кентов он нашел. Кентов, наших кентов. Кто-то рядом с Пантаналом там живет. Так, карточку сменить. Но если ты сюда поставишь, строим. У меня город только под вулкан улезет. А вот там можно под акведук поставить между бананами и медью, нет? Не ста... Зачем мне под акведук? У меня тоже под акведук. Типа речка. Это море. Не, там дается 3 жилья. Блин, 2 хода. Знаете, я подожду, пока он сам. У меня варвары даже не сопротивляются. Добавится. Ну я вот эту клетку купил, чтобы отсюда свалил нафиг. Ань, детка, задолбал. Стоять. Так, ну что, куда ставим? Вопрос, сюда или сюда? Так я поэтому и спрашиваю, у тебя там что, места больше нет? Налево, допустим, от Гонконга. Ну, тут вон крабы, если что. Ну ладно, ставь там город, тогда пусть будет стоять там, я пойду налево. Ну тут. Окей. Вулканчик есть. Только ниже, пожалуйста, не надо. Я что-то не понял, Андетка, а что ты на меня ниже. Собираешься нападать? Ты ставишь в моем втором радиусе военный лагерь. Это ну так и ты ставишь военный лагерь. Я после себя начал ставить туда. Ну это нормально, Андетка, господи, я ничего не имею против, чтобы ты поставил военный лагерь. Ты видишь где-то войска, чтобы я к тебе подводил? Хорошо, давай так. Это нормально вообще? Такая позиция, вот смотри, гора, эти холмы, гора. По-моему, я офигительный военный лагерь. Даже несмотря на то, что там воевать, не воевать. Офигительный военный лагерь. То есть ты сначала выкупаешь во втором раде? Нет, я конкретно выкупал клетку. Конкретно выкупал клетку под военный лагерь. Потому что я, посмотрев на расположение, я понял, что здесь будет офигительный военный лагерь. Давайте тогда подписывай дружбу и все. Вопрос решен. Исчерпан. Ну, я и с греком дружбу не подписал, вообще-то. Ни с тобой, ни с греком я дружбу не подписывал. Ну, значит, ты, соответственно, я считаю, что ты хочешь на меня напасть. Это вполне логично. Ну, так и я считаю, что ты хочешь на меня... Ну, то есть, я сейчас... Как бы я тоже так буду с твоей войска... Слушай, ты думаешь, я совсем дурак, чтобы воевать одновременно против тебя и против грека? Это просто оборонительный... Ну, я понимаю, но твои войска стоят на уровне одного удара по городу. Ты видишь мои войска где-то тут? Ну что там у тебя как минимум прачник стоит. Ну, в городе. В городе. Не знаю, я не хочу дружбу заключать, честно говоря. Вот, а ты отказался от дружбы. Да, я же тебе сказал, что я... Так я и с греком дружбу отказался. Ну что ты, что ты? Какая мне разница, что у тебя с греком? Мне главное, что со мной эта дружба заключила, тогда мы точно с тобой не воюем. Я понял. Только ты угрожаешь моему городу, а я твоему нет. Вот разница, да, почувствуй. То есть хочешь сказать, что вот этот военный лагерь — это не угроза моему городу. Расскажи, я может, что-то не знаю в шестой цели, расскажи, как военным лагерем можно захватить город, или какой ему ущерб нанести городу. А туда можно, например, запихнуть катапульты и безнаказанно обстреливать центр города. Ну вот ты то же самое можешь сделать и со своим военным лагерем. Я не против, имею ничего твоего военного лагеря. Ты строишь военный лагерь, я ничего не говорю против военного лагеря. Я говорю против того, чтобы стоят войска твои. Эх, раньше письками мерились, теперь военными лагерями. Да и письками сейчас мерятся, ты чё? Ты что же, вырос что ли? Я живу не в том мире. Ну. Так.
Тут ждем, когда добавится. Тут строим воинов. Блин, ну мне надо. Блин, надо отложить все-таки обработку железа. А что там по бонусу? Надо этого... здания в компусах. Вау! За веру. Немец, откуда ты вообще пришел? Ну ты давай, шо? Ты где-то там живешь, что ли? Я очень далеко живу. Ай, там жопа, не ходи туда. Хорошо. Красивая хоть? Ну так. Красная и... Грех, мы продолжаем воевать. Ты стены поставил, я чуть попозже. Я приду. Я приду. Я вернусь. Сейчас там таранчик, вся фигня. Так, есть у нас тут еще... Я говорю, мне этот... Мне он просто реально не устраивает. Гуанчжоу. На все остальное мне без разницы. Бразил, продлеваем дружбу? Естественно. Брат, брат. Может уже пересаживать... Так, вообще... На рабочих можно убрать, я думаю. Давайте пока поставлю изоляционер. Или может, блин, последний героизм пока ставить. Давайте последний героизм. Сколько там ходов? 21. Что-то я пока в героическую эпоху-то не... Блин, ну что я бурса купила, долбаная? Два хода было написано. Бурса купила какую-то хрень. Виктор, не хочешь на меня здесь потом свою религию распространять? Русский, не хочешь грех с той стороны, пока он меня атакует? Да, он достаточно далеко. Я пока не готов воевать ни с кем. Надо раздеваться. Амбар, дайте монумент. Слишком... давайте кампус тут. Тут как раз... тему кампус построить. Так, юниты строю. Давайте пока обработку железа отменим. Мореходство, астрология, деньги. Вот так. Ну, потому что надо обработать сейчас железо. Сейчас вот я этим пойду и ускориться. А... Тем более мне пока не надо открывать мечников, пока я тут не настроил дуболомов. Хоть какое-то количество. Класс, у него военный лагерь тут строится. Вообще построил быстрее всех. Мне тут надо в очередь ставить стены. У меня тут слабый город в плане производства, конечно. Блин, как мне тут... пусело вести. Ну, надо, кстати, на железо прямо ставить. Ну, не должен же захватывать, правильно? Или захватит. Блин. Так. Давайте еще... воинов. Или мне заключить дружбу с Китаем? Мне ж есть куда расселяться, да, у меня есть территория, есть нормально. Зачем мне с ним воевать? Ты что, такая территория херовая? Ладно, хер с ним. И с греком. Так, пойдем все равно железо обработаем. Странно, вулкан в трех клетках от города. При извержении написано «потерян один житель, один юнит». Да, убил воина. Там какое-то сверхизвержение, там супер-пупер, видимо. Бывает такое. Да.
Это мегаизвержение. О. Производство добавилось на клетке. Прикольно. Ну что, вырубить тут лес? О, один ход до пирамид. Отлично. Ну, Андетка, я тебе кинул дружбу. Ты не принимаешь тоже? Ну, блин, у меня есть территория нормальная вроде. Вот где тут через вот эти вот горы? Я никак не понимаю, Андетка, тут у него есть место. Вот это вот вся территория, это что, не место? Походу он уже не хочет принимать дружбу. Здорово. Так, давайте еще воинов тогда. Ну, это все будущие мечники. Поэтому я воинов строю, а не лучников. А, блин, там надо будет для апгрейда 10. Я совершенно забыл с этой системой, блин. Мне для апгрейда надо будет 10 этих. Мне надо всадников на самом деле построить, а не... Опять варвары почему-то к Андетке бегут. Да блин. Хрена себе территории. Так, ну теперь можно... А где у нас там инженерное дело? Вот оно. Постройте рудник для добычи. Так, вот сюда идем, потому что сейчас я построю рудник для добычи железа. Это ускорится, и там у меня будут катапульты мои. Андетка. А, извини, отходил, что такое? Я кидал тебе предложение дружбы. Ты либо прими, либо откажись, пожалуйста. Извини, я не заметил. Потому что оно висит потом, знаете, типа принимают, когда им хочется. Так, ну теперь можно немножко расслабиться. Дележку нашел. Это американец. Давайте, наверное, на кампус тогда вырублю. Кто-то там устроился в это, да? Чудо-строитель. Где ты меня, Грек, нашел? На научной. Так. Ну и надо, наверное... Тем не менее, я тут стены дострою все равно. Ну, есть реально куда... Я не знаю, что тут Андетка говорит. Вот эта вот территория, что он сюда пройти не может, что ли? Серьезно? Куча территории. Так, ускоряем колесо, обработку железа ускоряем, все ускоряем.
Тут что строим? Кампус. Плюс 2. Давайте думать про правительство. Ну, правительственная площадь где-то вот тут должна быть. И вот здесь ромашки делать, да? Вообще вот сюда ставить правительственную площадь. В бурсе. Давай. Сколько в бурсе производства? 9. Здесь 5, да. Бурсой давайте ставить. Правительственную площадь. Здесь можно шахты. Здесь шахты. Ну что, куда-то пересадить Магнуса? Блин, не так много вырубать. Есть. Что? Ну я бы здесь еще, наверное, рис собрал. Рис собрал, скот собрал. А где там коммерческие деньги, когда давайте откроем? Теперь мне не так нужны мои бомбарды. А, ну пока отложим. Хочу этот коммерческий район построить в Анкаре. Кто там ГГшку покупает? Что он мне там предлагает? Мрамор на что-то менять, наверное. Давайте вообще поторгуем. Давай сначала. Делить. С немцем? Ничего. Так, с русским? Могут. Ничего. Там еще есть научные? С греком? Я больше не встретил. Нашел две культурные, одну... Так, и что предлагает андетка? Нет, я уже с греком поторговал. Но я хочу, на самом деле я хочу, чтобы китаец оставался ослабленным и все-таки потом на него напасть. А, зачем нам дружба, немец? Чтобы блох. Чтобы что? Блох. Я не понимаю, что... Я не понимаю. Какое-то слово. Я говорю, чтобы было просто. Да ну, я тебя ненавижу, фашистов таких. Немцы должны умереть. Хоть. Хотя исторически, конечно, турки с немцами должны дружить. С другой стороны, да? С другой стороны, видишь? Отвергнул. Слушай, я уже андетка говорил. Слушай, андетка, как я вот могу из своего военного лагеря обстреливать твой город? Ты не расскажешь? Это так чисто было, да? Поржать. Ну, тут холмы, видите? То есть он никак не обстреливается. Вышел в героический такие. Еще 15 ходов. Американец, одолжишь одну монетку? Прям одну-одну? Прям одну-одну. Блин, ну что, мне коммерческий район тут ставить, что ли? Надо на пшеницы ставить. Ё-моё. Ладно, откладываем пока. То есть на пшенице и тут вот эту клеточку. Спасибо. Треугольничек делать, точнее, давайте вот так сделаем. Сколько зарядов? 2. Так, значит, здесь коммерческий район. Тут ставим. В этом городе откладываем производство для коммерческого района. Бурса отбегала свое. Может, из Халепа отправим.
Так, здесь меняем на изоляционизм, хотя у меня только один караван. И здесь меняем, что по содержанию? Ничего. Ну, давайте пока против варваров поставлю. Я бы караван, на самом деле, в Кумасе. Так, в Триполитании. Вот здесь надо коммерческий район ставить. Давайте в исторические хроники пойдем. Здесь пока ничего не отправляем. Грек, черепашки нужны. Здесь исследуем... Инженерное дело исследую. Поторговать, что там, кто там есть. Водяная мельница, пастбище. Так, тут точно ничего не строим. О, нет, китаец. Мне пока что нечего предложить. Моя за. Давайте в Бурсу перебросим этот юнит. Поставил, пускай атакуют. Ну серьезно, ну вот у Китая место-то. Почему он здесь не селится? Дима, мне там надо селиться в героическом веке. Пока Ибрагима не беру. Давайте, наверное, Лян возьму. О, как-то совсем печально. Да, Лян возьму в Анкару. Так, значит, здесь пока не строим ничего. Здесь убираем улучшения. Здесь подходим помочь. Вообще нет, здесь надо... Сюда идти, удалять рис. А по пути еще можно здесь шахту построить. Из Халепа в Бурсу 4-4 почему-то. А, потому что там построен правительственная площадь. Ладно. Так, зал для приемов 11 ходов, ни хрена себе. Но тем не менее строим. А, уже походил. Так, все, тут отложено производство на районы. Стену достраиваем. И в очередь ставим центр коммерции. Блин, а может тут не выделываться с этим треугольником из гавани, а спокойно поставить сюда центр коммерции, тут нехилый. Вот здесь будет, кстати, производственная площадь очень классная. Блин. Нет, треугольник, я не спорю, что центр коммерции гавань, треугольник хороший, но здесь... Мы не на морской карте. У меня тут единственный морской город по-хорошему Трабзон будет пока так предварительно. Так, что тут моего варвара? Ой, моего этого бьют. Прокачиваемся. Да, тут надо было андетки селиться. Конечно. Что тут с армией? 311, 242, 122. Так, ну здесь вырубаем, конечно, и ставим центр коммерции. Здесь просто потому что... Почему тут треугольник? Потому что здесь нету рек, и я больше, ну, никак его не усилю. Ну, здесь, может быть. Я здесь думаю от Анкары вот здесь поставить... Как его? Кампус?
И здесь тогда какую-нибудь производственную площадь, то есть это будет какой-то плюс. Ладно, давайте сделаю треугольник все-таки. Слушайте, а прачников у меня сколько? Мне надо прачников, видимо, под настройку. По-моему, у меня вообще один прачник, да? Да, А надо три. Так, поехали тогда в математику. Следующим ходом я поставлю карточку опять на юнит, и надо будет прачников в Стамбуле. Вот, давайте как раз тут в очередь поставлю их. Я, конечно, по одному ходу строится, но с карточкой все всегда веселее. Надо лагерь варваров найти. Ну вот тут это далеко. Я бы вот сюда город поставил еще. Вообще запереть китайца. Нафиг. Следующий. Блин, я не хочу Ибрагима брать. Пока. Я здесь просто постою. Исторические хроники открылись, кстати. Надо ставить теперь бонус соседства от кампуса и подготовка юнитов. Так, 31. Так, тут прачники строятся. Что у нас вообще по науке? Кому черепахи продать? А, не видно научной победы. У нас отключена научная победа, да. Уже твои черепахи. Прикол. Да ну. Ну, вот тут еще лес можно вырубить. Для Стамбула. Ну что, куда дальше? Давайте в госслужбу тогда. Кто там взял генерала, интересно? Китаец взял. Ну мне надо построить мои катапульты. Все-таки плюс 50%. И вообще, классный бонус. Давайте вот так в Стамбуле сделаем. В очередь рынок, а потом катапульты. Два хода катапульты строятся, вообще зашибись. Ну, перекол. Надо воевать с Китаем. Блин, такие места еще. Тут еще города надо ставить. Так как производства тут нету, то я лучше поставлю каменоломню. В Трабзоне как-то совсем грустно. Так, ну я бы сделал треугольник вот здесь, вот так. То есть эту рыбу вырубить. Знаете, центр коммерции. Полечимся, может. Вырубаем рис. Стрельба из лука, один ход. Давайте пока ученичество. А, блин. Стрельба. Ну давай тогда навигацию. Блин, два морских ресурса надо. Короче, надо эти две рыбы обработать вот сейчас. Следующим ходом отменить будет, конечно, навигацию по звездам. Гавань надо открыть. Так.
Ага, к Стамбулу относится, отлично. Все, карточку можно убирать. Опа, не назначен. Ну, сейчас, наверное, Рейну можно. В Бурсу. Или в Триполитанию. Наверное, в Триполитанию лучше. Или в Бурсу. В Бурсу, ладно. Она покупает клетки быстрее. Ну, тут зал для приемов надо построить. Так, центр коммерции завершили. Рынок. Караванчики нужны. Что по армии? 337, 254, 120. Сейчас, на каком я ходу заключил дружбу с китайцем? Откладываем навигацию по звездам. Давайте уже стрельбу из лука. Так, водяная мельница нужна, три лучника нужно. Да. Короче, мне вот это вот все заселять надо. На самом деле, да. Вы знаете, что... Надо ли мне воевать с Китаем? Вот я теперь думаю о чем. О, Чанша отваливается. Блин, посадил туда Губера. О, благовоние надо сначала обработать. Наконец-то они присоединились. А то мне деньги было жалко тратить. Ну что, вот Сердера Магнуса можно и пересаживать. Наверное... Блин, ну в Триполитании две клетки всего. Ну хорошо, рис еще. Три клетки. В Анкару? То только Лян туда прибыла. Знаешь, тут с вырубкой как-то вообще не очень. Вот этот город я бы сюда вот пересадил, когда у меня здесь город поставлю. Не Германия, право прохода. Если это тут треугольник сделаем из... Или нет, что нам тут обрабатывать? Еще надо вот тут все вырубать. Спасибо. Счастья тебе, здоровья, братишка. Братья навеки, ты только не забудь. Так, плантации. Что-то мрамора вообще всем за... Я мрамором и так торгую с греком. Да. Ага, вот где грек, вот где Бразилия. Я понял, как всегда, перемычка между... И тут мы вчетвером, еще русский там, где-то с греками, я так понял. Ну там одну рыбу придется убирать ради треугольничка. Хорошо, центр коммерции. Здесь рынок завершен. Торговцев. Ну блин, не, мне сейчас самому нужно. Вообще несколько торговцев, да, можно, по-моему. Нет? Нет, странно. А где еще торговцы тогда строятся? А, в очередь. Я забыл вот так сделать. Просто тут я в Стамбуле хочу катапульты фигачить.
Просто чтобы были. Я не знаю, я не уверен, что надо нападать на китайца. Просто чтоб были. Но союз я буду с греком заключать, конечно. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!